Привлекательность Самары для инвесторов выросла. Одно из самых ведущих международных агентств Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги города в иностранной и национальной валюте на уровне BB+, с пометкой «Прогноз стабильный». На сегодняшний день он является одним из самых высоких среди регионов и муниципалитетов России и отражает стабильные бюджетные показатели Самары. Ее финансовые возможности, а также повышает репутацию города как открытого для диалога с инвесторами. Это дает возможность оценить ситуацию в городе Самаре. То есть она идет положительная, оцениваются финансовые риски, оценивается бюджет, оценивается кредитоспособность, оценивается на данном этапе возможность инвесторов вкладывать деньги в экономику города Самара. Если мы говорим о повышении рейтинга, то это говорит о том, что у нас уменьшены риски вложения денежных средств. До февраля 2015 года рейтинг сохранялся на уровне BB. Благодаря планомерной работе городских властей его удалось повысить до уровня BB+. Это значит о том, что городская власть проводит взвешенную бюджетную финансовую политику на территории городского округа Самара. Это значит то, что Самара является открытой для принятия инвестиций в город, о том, что это достойный и надежный заемщик. Кроме того, рейтинг BB+ позволяет заключать сделки на наиболее выгодных условиях, является эффективным средством, при помощи которого администрация Самары может сообщить о своей кредитоспособности инвесторам, банкам, поставщикам и клиентам, заключающим долгосрочные контракты с муниципалитетом, способствуя повышению общей инвестиционной привлекательности города. Несмотря на положительный рейтинг, глава города призвал подчиненных не почивать на лаврах, а продолжать работать в режиме экономии. Год непростой у нас с вами с точки зрения экономики. Ситуация такая, что мы с вами должны, как и предыдущий год, очень бережно относиться к бюджетным деньгам с точки зрения экономии, рационального использования, эффективного использования, не допускать необоснованных трат. Вот это, значит, эта политика, она будет в этом году очень тщательно отслеживаться нами. Мы будем за ней следить, мониторить. И нам, конечно, важно все обязательства перед людьми социальные, значит, выполнить. Глава города поручил продумать и разработать программу, чтобы повысить привлекательность Самары для инвесторов еще больше. Это даст возможность создавать новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления в бюджет и улучшение качества жизни в городе. Марина Матвеевна, Дмитрий Мешканцов. События.